Доброго дня, уважаемые участники нашей встречи. Ну что ж, пришло время вновь обсудить задачу, как нам защититься от вирусов, бактерий и от самих себя, о чем говорил сейчас Филипп про моушене. И как не поддаться искушению, чтобы впасть в панику, браваду, и как не отрицать очевидное. Коротко скажу о соматопсихологии. Ну, мы чаще привыкли слышать термин «психосоматика». Но все-таки я называю эту науку, ну, скажем, стык наук соматопсихологии, не только я. Это отрасль науки на стыке двух дисциплин, на стыке медицины и психологии. И специалисты в этой области, самые главные специалисты, это клинические психологи. Это люди, имеющие базовое медицинское или психологическое образование. И плюс к этому второе образование по этому же профилю. То есть, если ты психолог, то обязан не иметь образование параллельное медицинское. Если ты врач, должен иметь психологическое образование, чтобы стать клиническим психологом. Соматопсихология в переводе с греческого – это тело плюс душа. Сома и психа. Она, вот эта наука, точнее даже симбиоз двух наук, вот это вот место, граница двух наук, медицины и психологии, занимается выявлением психологических причин болезней тела, нашего тела, и, конечно, их устранением. Термин «стресс» даже думаю, что у дошкольников на слуху. А вот что это за зверь, если вот еще раз обратиться к содержанию этого термина? Проще говоря, это спазм. Это спазм сосудов, это спазм мышц, спазм связок. Такое напряженное состояние. Это мгновенный резкий скачок этого самого напряжения во всем теле. Реже это бывает, когда постепенное нарастание этого напряжения. Чаще всего мгновенный скачок – это мгновенное сжатие. А сейчас, внимание, друзья, именно внимание. В современной соматопсихологии доподлинно известно, что более 70, к этой цифре привлекаю ваше внимание, более 70% всех заболеваний имеют первоначально эмоциональную, именно эмоциональную природу. Это и отношение к собственной жизни, это отношение с другими людьми, это отношение к событиям вокруг нас. Причем однократный или не очень частый стресс может легко быть переработан нами. Ну, мозгом, телом и так далее, подсознательными какими-то нашими навыками. А вот если стресс растягивается во времени, на месяцы, на годы, то есть становится хроническим, то следом обязательно снижается иммунитет. То есть защитный барьер становится менее прочным. И вслед за такими однократными воспалениями, инфекциями появляются хронические заболевания в теле. А вот как понять, есть ли у меня стресс? Я сейчас предлагаю, друзья, я буду задавать вопрос, ну, достаточно быстро буду это делать, а вы отвечаете на него, да или нет, обращая вопрос к себе, а я обращаю вопрос к вам. Вот как отличить суть вот этого теста, короткого очень, отличить стресс от временной усталости, от обычных перепадов настроения. Итак, задаю вопросы. Задаю вопросы по порядку, без комментариев, вы просто отвечаете «да» или «нет» про себя. Записывать, думаю, даже не стоит на бумаге, просто отвечаете. Итак, есть ли у меня состояние чувств, постоянное чувство вины? Да или нет? Быстро ли я утомляюсь в последние полгода-год? Да или нет? Часто ли я поддерживаю разговоры на негативные, на грустные темы? Являюсь ли я их инициатором? Да или нет? Стал ли я более вспыльчив, чем, ну, например, год назад? Бывают ли у меня скачки давления? Не появились ли какие-либо неоднократные болевые ощущения в теле? Нет ли новых диагнозов? Не чувствую ли я, что стал более рассеянным? Есть ли у меня ясность мышления? И предпоследние два вопроса. Часто ли я нарушаю договоренности? Обещал и отложил. Или придумал причину, почему не сделал. И последний вопрос. Не стал ли я откладывать на потом важные дела? Вывод. Друзья, если больше двух ответов у вас было «да», значит, стресс уже начал вас обживаться. Больше двух ответов уже что-то не то.
Каким же боком может выйти нам хронический стресс? Он может проявиться, ну, в первую очередь, конечно, это в виде сердечно-сосудистых заболеваний. Может и онкопатологиями. Это крайний, конечно, уже случай, там, да, но бывает даже кариесом и заболеванием десен. Вроде бы, да, где стресс, где десны. Но, тем не менее, сосуды спазмируются, капилляры спазмируются во всем организме. И это ведет, в том числе, к заболеванию десен. Кроме того, что я перечислила, есть еще неожиданные связки, я их сейчас назову. Хронический стресс и аллергия. Я не оговорилась, аллергия тоже. Не все виды аллергии, но, тем не менее, большая часть вот этих вот видов заболеваний различных, аллергенов проявления, да, именно зависит от нашего эмоционального состояния. Еще связка. Стресс и целый ряд аутоиммунных заболеваний. Ну, назову хотя бы такие, как ревматоидный полиартрит. Как ни странно, как ни удивительно, красная волчанка. В основном женское заболевание. Еще связка. Стресс и астма. Стресс и болезни желудка и кишечника. Многие виды проявления. В общем-то, вся пищеварительная трубочка от рта до конца может быть подвержена каким-то болезням, в первую очередь из-за эмоционального нестабильного состояния. Еще связка. Стресс и различные виды эпилепсии. Стресс и заболевания кожи, вплоть до псориаза. Есть такая теория, уже почти подтвержденная научно. Стресс и булимия, анорексия, когда люди много едят или, наоборот, перестают, отказываются от еды. Повторю, хронический стресс приводит к снижению иммунитета. А это, конечно, как следствие ведет за собой ослабление защиты во всех системах. Наша с вами цель – натренировать адаптационные возможности организма. Вот как это сделать? Во-первых, регулярно использовать комплексы Project V, как это делаю я и многие из тех, кто присутствует здесь в комнате. И во-вторых, применять рекомендации, подобные тем, которые мы давали около 8 месяцев назад на нашем первом вебинаре. Кстати, запись этой встречи, вот того вебинара весеннего, есть на канале Филиппа Яковлева на YouTube. Уверена, что кто-то уже извлек уроки из той нашей встречи, но, безусловно, есть и те, кто по-прежнему живет в напряжении. И кратко напомню сейчас поэтому выводы, сделанные на весеннем вебинаре. Каковы эти выводы? Помнить, что паника разрушительна. Ковидобоязнь должна быть, но в меру. Бравада – это самое опасное состояние, самое опасное отношение к ситуации, в том числе эпидемиологической. А отрицание очевидного – это нелепо. Очень важно еще иметь в виду то, что люди, которые постоянно находятся в стрессе, постоянно в напряжении, очень сильно ухудшают эпидемиологическую обстановку вокруг себя. Дело в том, что их иммунитет сильно ослаблен, и они наиболее подвержены вирусу, а значит, опасны для других людей. Как говорил Филипп, замкнутый круг. Я напряжен, я подвержен вирусу. Я подвержен вирусу, я становлюсь опасен для окружающих, потому что могу делиться с ним, с другими. Вывод. Хронический стресс ведет к хроническим болезням и к росту распространенности коронавируса, в первую очередь, конечно. Стресс можно и нужно перерабатывать в полезные реакции для тела. Не так уж сложно, друзья, научиться смотреть на жизнь, ну, более философски, что ли, и пытаться объективно анализировать глобальные события, объективно именно, те события, которые случаются независимо от нас. Что нужно для этого делать? Чаще бывать в обществе зрелых деятелей, а не пугливых говорителей. Ну, я имею в виду сплетников, там, да, тех, кто пытается рассказать, как много страшного вокруг. Следующее, что мы рекомендуем, друзья, двигаться, о чем говорил тоже Филипп, двигаться в любую свободную секунду, хотя бы менять позу. Следующая рекомендация. ЗОЖ в питании, питьевом режиме хотя бы, ну, в статусе лечь в том направлении, как в анекдоте, да? Не можешь бежать – иди, не можешь идти – ползи, не можешь ползти – ляг хотя бы в сторону ЗОЖ. Ну, поддерживать себя нашими нутриентами – это безусловно. И ежедневно перед сном, вот я предлагаю из своего опыта, из опыта моих клиентов, ежедневно перед сном играть с собой в игры, вспоминая, что, во-первых, что хорошего я сегодня видел, так прямо галочки поставить себе перед сном, да, устно. И что доброго я сегодня сделал, чтобы себя как-то похвалить, потому что доброе всегда найдется. На фоне всего происходящего в мире мы с вами не только почувствовали,
что мы больше других защищены. Я думаю, что вы со мной согласитесь, да, мы защищены больше других. Это не только субъективное ощущение, на самом деле это реальность. Но и находясь здесь, мы увидели, как непросто приходится тем, кто не имеет никакой информационной и такой оздоровительной поддержки, какую имеем мы. Когда я говорю «мы», я имею в виду, конечно, членов нашего комьюнити Project V. Наше сообщество открыто для тех, кто готов принять его цели, готов принять правила сосуществования в этом обществе, в сообществе нашем, и кто ответственен за себя и за тех, кто ему дорог. А сейчас я передаю микрофон автору этой сети вебинаров, кандидату медицинских